Здравствуйте, добро пожаловать на канал Аппетиссимо. Сегодня мы приготовим новогоднюю елку из песочного теста. Взбиваем масло с сахарной пудрой и солью. Добавляем желток и продолжаем взбивать. Постепенно вводим муку, не переставая при этом взбивать. Руками формируем из теста шар. Кладем его на лист пергамента, сплющиваем и накрываем другим листом пергамента. Раскатываем тесто толщиной где-то 1 сантиметр и отправляем его в холодильник на полчаса. Выдавливаем на тесте звездочки с помощью форм разного размера. Каждый размер должен быть в 2 экземплярах. Лепим руками конусообразную верхушку. Выкладываем звездочки на устланный пергаментной бумагой противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться минут 10-15. Растапливаем на водяной бане шоколад. Покрываем остывшие звездочки шоколадной глазурью и украшаем кондитерскими серебристыми шариками и звездочками. Макушку украшаем звездочкой. Как только шоколад начнет слегка остывать, начинаем собирать елочку на блюде, посыпанном сахарной пудрой и кондитерским блеском. У нас получается настоящая зимняя елочка, которая покрыта искрящимся снегом. Она станет украшением как новогоднего, так и рождественского стола или оригинальным сладким подарком для детей. Готовьте с любовью вместе с каналом Аппетиссимо.